Меня зовут Никита Савельев, мне 22 года, я родом из Курганской области, и 5 лет я уже живу в Казани. Я очень вспыльчивый, очень эмоциональный, но стараюсь быть деликатным и порой скромным. Большую часть своей жизни я играл на гитаре профессионально, но пару лет назад я начал петь. Очень важное событие в моей жизни – это свадьба. С моей женой мы познакомились в университете, мы были просто друзьями, но через год мы стали ближе общаться, и как-то так раз – и ёкнуло. И все с этого и началось. Никита, у тебя все получится. Мы в тебя верим. Спасибо. Среди зимы никто нам лето не вернет. Прощай, вернуть назад не можем мы. В июльских звездах небосвод. Прощай, ничего не обещай и ничего не говори, а чтоб понять мою печаль, в пустое небо посмотри. Ты помнишь, плыли в вышине, погасли две звезды, но лишь теперь понятно мне, что это были я и так, ну это давайте хорошо знакомимся. Меня зовут Никита Савельев, мне 22 года, я родом из Курганской области, Шадринского района, села Красная Звезда, и 5 лет живу уже в Казани. Класс. Ага. Хороший инструмент у вас. А вот поем-то мы слабенько. Поем-то мы, ритмичненько. Да. Аранжировочка похвальная, спасибо большое. Спасибо. Получили удовольствие. Спасибо. Ну, это Агутин получил удовольствие, у него такая манера, вот лах тах тубах тах трах парах тах тах. А я вообще другой человек. Есть такая, на самом деле, интересная в музыке штуковина. Вот, по радио сообщали, звучит легкая музыка, и начинается адски тяжелая, жутко гармонизованная, очень сложная для исполнения, джазовая, охрененная музыка. Играют куча профессионалов, которые играют дудки неимоверно быстро, играют кучу нот, нажимаются аккорды какие-то адские, надо всю жизнь надо быть огромным слухачом, чтобы это выучить, это невозможно, надо только родиться с этим талантом. А серьезная музыка, это, например, YouTube, который играет 2-3 ноты, задумчиво, сменяют один аккорд, потом аккорд номер 2, потом опять аккорд номер 1, потом опять аккорд номер 2. Хорошо, если аккорд номер 3 в произведении произведет. Это но, сложно, скорее всего, сложно. Вряд ли. Вот. Но это звучит масштабно, глубокомысленно, весь стадион поет с тобой, там философия внутри заложена, все. А звучит легкая музыка, кукарача, понимаешь? И сыграть ее без особой подготовки, без того, чтобы полжизни учиться, просто невозможно. Такая, знаете, ирония судьбы, такая несправедливость существует. Эта музыка звучит легкомысленно, но играть ее надо уметь, иметь к этому талант и очень большой навык, серьезно. Но поете вы не для программы «Голос», тут извините.
Это уж... Не, ну ничего еще потеряно. Все, в общем-то, и в целом не так скверно, конечно, но пел действительно неважно. Ну, не прям не важно. Честно ну, сказать. Прям так напали. Как бы мы не наваливаемся. Давайте будем врать тогда. О, как ты пел, брат. В тандеме с гитарой это было очень гармонично. Спасибо большое.